помогают ему партнеры. Артем Новиков, 70-й, и нет, в итоге толком до броска дело не доходит. Данила Шкурко был в непосредственной близости, а вот сейчас доходит. Доходит, и 3-0 становится счет. Мимо створа, тем не менее, голкипер на нее реагирует. И уже атака звезды вовсю развивается. А это может быть опять опасно. Ух, как с неудобной руки красиво бросает. И опять игра продолжается. 2-8, 1-0 в этом периоде. Можем такую интригу придумывать. Опять 1-1 выход. И на этот раз удачно. На этот раз удачно. И это капитан. Опасность. Какие из той звезды чуть был на перехвате. Здорово не сыграли, а вот теперь сыграли, и 2-0 выход. На самом-то деле бросок, и 1-1 становится счет, дорогие друзья. Отыгрывается все-таки звезда. Шкурко Даниил. Армейцы так потихонечку начинает атаку. Шевалиев в зону вошел. Шевалиев отдает передачу, момент, и 2-1 становится счет, дорогие друзья. И снова Шкурко Даниил. Ребята из гудбола, но все равно очков чуть поменьше, чем у СКА звезды, поэтому очень замотивированы. Как мне кажется, хоккеисты, ну и посмотрите, открывает счет во втором периоде. Шкурко Даниил, ты хозяев, чтобы в отборе активно участвовать. Ну и сейчас может получиться опасная контратака. Скорость набирает один из игроков. Ну и что же сейчас будет? Вылезает, ну и посмотрите, в меньшинстве забивает Шкурко Даниил, ну... Если говорить о добивании, но добивания как такового пока не происходило в исполнении звезды, но посмотрим, что дальше будет. Опять звезда атакует, 1-0 становится счет, дорогие друзья. Чех только два поражения против команды СКА «Звезда» и против команды «Динамо Питер». Первая шестая строчка, «Звезда» третью шайбу шедевральную забрасывают. Как же красиво они это делают, и это капитан, хет-трик капитанский. Кондратьев. Пас на Шкурко. Есть атака 2 в 1, но есть догоняющие игроки у Динамо Питера. Шкурко с броском! Шкурко! Вот это гол! Прокульный оставил бы шайбу, и партнер бы подобрал. Идет атака звезды. Шкурко с шайбой. Выход 1 на 1. Передача, и Шкурко забивает в пустые ворота. Свой партнер по команде под 9 номером. Ну, прямо дуэт вырисовывается. Во втором периоде 33-го, 9-го номеров, бросок поворотом, 33-й, Шкурко Даниил. Здесь подбор СКА звезды. Придун. Здесь пас на дальнюю, замыкание, и гол, номер 33-й, Даниил Шкурко. Да, не дал. Голкипер команды СКА звезда номер 2, ну и смотрим на оставшуюся атаку для хоккеистов. Бросок поворота! И первая шайба залетает. Тщательно сейчас показывает что-то в атаке. Бросок с разворота. Но вот немного силы броска не хватило в этом моменте. Выход 1-1. Будет бросок! 9-й гол! Значит, в данных составах продолжает играть команда. Минут не удивлюсь, если при первой возможности поменять голкипера. Хоккеиста команды СКА «Звезда» 6-7. Шкурко говорит, что ничего еще не ясно. Бросок дальний. Ух ты, добивание еще одно, и все-таки гол. Разыграть? Ну нет, Алиев бросок по воротам на себя принимают хоккеисты команды «Балтийские крылья». Молодцы, тут опасный момент, бросок по воротам. Необходимое количество баллов, а в случае победы «Звезды» они набирают 6 очков, также повыситься не смогут. Седьмая строчка для них, это пятая шайба в воротах команды «Альфа», дорогие друзья. В этом матче, когда два хоккеиста что-то между собой не поделили, какая-то стычка произошла, и опять 4-4 за счет вот этого момента. А вот тут пас, бросок в дальнюю от нас с вами девятку. И парни разобрались спокойно. Нужно как следует раскатиться. По дальнему флангу развивается эта атака. Классное смещение, классный бросок. И нет, шайба здесь в ворота не попадает. А вот это уже гол, дорогие друзья. Это 1-0.